Добрый вечер, это Анапа. Сегодня 12 мая 2019 года. И я сейчас еду до фонтанов по улице Горького. Музыка очень громко местами, и поэтому вот нет такого ощущения покоя, отдыха. Музыка гремит, бьет по мозгам, и это всегда, ну, не всем нравится. Мне в том числе. Летняя эстрада, ну, минимум. И вот я сейчас поворачиваю на центральную площадь. Тоже, вот я бы сказал, темновато, темновато в Анапе. Все-таки надо больше света. Интим какой-то в Анапе. И я подъехал центральному фонтану. Шум фонтана. И вот он весь каскад. Тут уже светяшки продают. Музыки пока нету. Впереди парк 30-летия Победы. Конечно, никакой это уже не парк. Это просто сплошной какой-то развлекательный комплекс. И это была Анапа, 12 мая, вечер. Всего вам доброго. До следующих встреч.